Патрульный катер российских пограничников, курсирующий в Черном море, нарушил морские границы Грузии. Сегодня утром он на 130 метров приблизился к грузинскому полицейскому посту в селе Ганмухури на административной границе с Абхазией. В течение около 5 минут военный катер сделал несколько маневров. После этого он скрылся в направлении абхазского села Печори. Инцидент зафиксирован на камеру мобильного телефона. Также зафиксированы полеты российских военных вертолетов над тем же постом грузинской полиции в Ганмухури. Подобные действия оккупационных сил очень опасны для Грузии, тем более учитывая то, что они не допускают на оккупированные территории международных наблюдателей. Такое поведение еще больше накаляет ситуацию. Это и является целью Российской Федерации. Москва хочет показать миру, что в Грузии опасно. На этом этапе мы активно сотрудничаем со всеми ведомствами, которые могут помочь нам в обеспечении безопасности.